Да, уж хотел записать, забыл включить запись, убили без записи, короче, этого дурака с руками. Я записал. Чем это за синяя фигня появилась? Че это за круг, раньше не видел такого. Короче, первого моба мы убиваем вот этого звезду. Да я не знаю, надо рост давать, нет? Или он же вроде сейчас не багается, но убегает в стены. Рост это на большого отправим. Значит, я буду держать звезду, паладин вот этих двух дуболомов. Сначала мы убиваем маленького, потом среднего, потом большого. Вроде так здесь складывается. Или что? Чекаю. Паладин знает. Вы забудьте выпить походные фляги. Ну да, если кому не знаю, чего это. Все, на счет три побежали. Паладин. Кого бьем первым, Славик? Звезду маленького самого петуха. А, вижу, вижу. Не-не-не, ты боссу тоже даешь. Ну, немного отойди. Пропал. Рассоситесь, сейчас будешь жить, как хуй надо. Все, вот так удержи. Блядь, далеко отошел. Вот сейчас раздвигайтесь, сейчас зеленая появится. А, нет, смотри, нет. Все, не близко мне, не подводи. Она может тебя уебать в подачу. Почему походу на фляга слетел? Давайте я проведем. Все, давай Геру шаман, и дамажим этого дурака. Хотя, наверное, так бы убили, да? Смотри, как вырос паладин. Вот на нем эта херня потом сорвется, да? Или нет? Да. Диспель себя. Ревностный прот, мол, хильте поводил. Он меня убил. Гляньте, что меня убило. Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Молодцы, говорит, ребятки. Ну, что-то без очков тут? Не знаю, почему-то фляга слетела, почему он у нас летит на бегание. Никто не знает, почему фляга слетает. Ну резать ты там паладина, робот. Тут у нас, конечно, трабло в чем? В том, что у нас Геры пока что нет. Но вроде мы ее и так должны забить. Но у нас там с антифиром проблема будет. Какие классы здесь могут себя снимать и избивать? Ты можешь снимать же. Так, я могу. Я могу снять второй. Так, второй, значит, потом на третий антифир на меня.
Это темп-трепи того, да, шаман. Это на крайний случай, это обычно он не канал. Посмотри, рога от чего сдох, я не могу понять. Я стер, удалил. Гляньте кто-нибудь, ребят, пускай. Пока я стоком моментально тебя стукну, ну, скорее всего, так будет. Оплавление Артзар. Минус 30 тысяч. Щелкнул тебе просто. Сука. Курс в аджей. Так, бегите сюда, сейчас мы мобов приведем с паладином и вот туда. Мобов просто мы отворачиваем. Спиной к вам ставим. И вот этих мобов надо одновременно сбить. Сейчас эта дурочка вернется. Девять жизней можно, да? Можно девять жизней или нет? Можно, в принципе, там ничего сложного. Только вот с костами как, я не знаю, мы просто волосимся, мне кажется. А, тотем трепет, он снимает полностью рейд, либо свою группу? Это вроде группа. Пати, вот, пишет он пати. Значит, пять, пати это пять человек. Давай паладин там, ближнего берешь, спиной к рейду ставишь. Не достаю, слишком далеко. Оба бейте, другого. Так, ну здесь будем бить, значит. Ну и что вы думаете, на что мы способны? 9 жизней или что там кому надо? Да, надо 9 жизней делать. Так, вот этот ДК. Ну, не знаю. ДК-то у нас... Там же есть ачивка-то. Нет, в принципе, это танк можно вытягивать. Давайте, знаете как. Шаман какой же РСПД будет ставить? Антифир. Ну а ты, полиметал, ставь свои тотем трепета. Так это получается тебе нужно к нему в пати. Вот ты ушел, да, к нему? Я РСПД себе перекинул. Вот. Считай, давайте, я как предлагаю, этот паладин будет танчить босса, а я буду вытягивать этих дураков. Да, да, да. И проще будет. Да, потому что будет хватка откдешиваться. Вроде должно так сказать. И лучик будет на земле сразу отбегать от него. Да, лучик там. Короче, паладин, ты начинаешь, на него напул даем. Сейчас никто это не дамажит сильно босса. Рога, хант напул на паладина даем. Фулборг начинаю, я мобу. Так мобу будем заливать эти вот часы? Да, конечно. Подниму молот, заливайте его. Перед лицом станьте. Да, самое основное перед лицом стоять, потому что она звуковым ударом делится по всем. Если одно тело взять, то ваншот. Сейчас будет фир, смотрим, как патерны работают. Патерны сбиваемся. Хорошо. Все, ждем. Не заливайте босса. Босса не бейте, если вы хотите 9 жизней. Сейчас стоп ДД по боссу. Главное, стойте перед лицом. Сейчас будет маленький мод, когда вы дайте АВЕ. Готовьтесь, будет луч сейчас, и с него надо выйти. Это ловушка работает на мод. Вот, отходите. Оба этого бьем.
убили, как молодцы. Отлично. Все, ждем дальше. Все, в принципе, вот здесь же появится второй моб, и надо будет таких 9. Я их буду постараться в одной точке делать. Близко. Вы босса-то мне убейте. Босса, по боссу, да. Ну там копии бьют. Вот, а вы есть, сейчас дайте по мобам. Стойте, перед лицом ровно стоит все. ДК один там под боссом стоит для сбивания костов. Босса не бейте вообще. Петов уберите, хант. Хант в РК вообще нет. Отойдите от дырки, отойдите от этой дырки. Он прыгнул. Этот последний момент. Почему босса... Да, почему босс хп кончается? Блин, пока писал. Словился. Под босса все. Удар сейчас будет такой. Сколько защитников убили? Все, держитесь. Сейчас вот где... Сейчас фир будет бить. Хотя, знаете что? Пошло оно все нахер. Добивайте босса. Убивайте, да. Это херня. Пошли на ледяного дурачка. Ну там, короче, знаешь. Ну вот, тебя убил. Громерс и кошку. Тут прикол в том, что кошка всегда из трупа кошки последней появляется. Новая кошка. На сугробы не наступаем. И как бы от этого надо отталкиваться, что сразу кого-то ближе. Сагрили уже нет. Сагрили, бейте как хотите, не пофиг. Погнали дальше. Если вы сагрили, то бегите с ними сюда, пожалуйста. Не надо там стоять, так будет полчаса. Бегите дальше к мобу, нормально. Опять хан. Да вижу. Он не в РК, походу, хан. Thank you.
Тут ты все хорошо рассказал, потому что... Метка, хант, блядь. Ответьте, пожалуйста, шкрапетка в хате. Пробуй поменять его. Так у меня ушло, мне отвечать, сейчас надо спросить. Не, если он был бы в РК, он бы сказал, да, я тут. Я у него фейм спрашиваю. Сейчас спросил, ты в РК. Так, ну тут вообще изи. Кто у нас там? Ну, паладин все знает, в принципе. Паладин в ретрика спекайся. Подбежишь в ретрика, подамажишь тут. Значит, тут основной момент. Появятся глыбы, сначала их надо будет разбить. Босс будет периодически заморозку делать большую на весь зал. И дружественных НПС, которые в глыбы заморозятся, их надо будет разбить, а потом уже босс. Ачива здесь очень простая. Мороз-мороз, там как. Вот есть два вида вот этого пола, который здесь находится. Вот снег есть, вот на котором кружочек сейчас стоит. Есть вот эта вот плитка. Вот прикол в чем. С неба будут падать сосульки маленькие такие, как в яме. Как вы по туннелю пробегаете, на голову вот падают. Я вот делал. Видео, к сожалению, удалилось. Вот. Будет падать еще большая сосулька сверху, прям сугроб будет падать большой снега. И он будет большим кругом таким синим отмечаться, большим таким. Вот их будет вроде падает, я не помню. Фишка в чем? От него надо отбежать, вот как я сейчас от этого снега белого стою, вот на вот столько. На 5-10 метров. Почему? Потому что потом, когда сугроб упадет, появится вот такой белый снег, и на него надо будет забежать. Если этого не сделать, вы заморозитесь и провалите это достижение. Оно делается очень просто. Еще второй момент. Во время боя нужно постоянно либо прыгать, либо дергаться вот туда-сюда. Это делается как на Киристразе в МК вроде, или как там это инс называется. О, Нексус. Короче, какой-то инс есть, где дракон есть, где надо постоянно двигаться. Он тоже достижение. Вот это необходимо сделать для того, чтобы вас не заморозили. Прист, соответственно, диспелишь. Нексусе, да. Прист, диспелишь массой парели, там шаманы тоже диспелите. Все просто очень делается. Убивается зергом тупо в одного танка. Все, чек на пул. Появятся сугробы, сказал бежать. Но не отбегайте на 30 метров от них, потому что надо будет сразу потом на них забежать. Каст долгий, там тоже минут 8. Секунд 8. Рога, Седдер. Так, все готовы, я начинаю. Сначала глыбы убивают, вот сейчас по краям появятся. Вот они. Их сначала бьем. Какой босс? Будете наказаны за это вторжение. А сосулек можно отходить. Даже ну, рекомендуется. Луч встанете, дамаг у вас повысится. Лунный луч снять. Кучку там собирать. Приготовьтесь, сейчас будет большой сугроб падать скоро. Приготовьтесь. Синий круг большой на земле. Вот, подбежали к нему, то в нем выбежали. Подбежали рядом, стали, как кружочек, зашли. Бля, ма. Как кто-то заморозился? Я не успел, да. Рядом к нему встал, но не успел.
Ты сам сказал, метров 10 где-то от него встать, но не так прямо. Так что, ты не забежал, что ли? Так я бежал, но не успел. Интересно, почему мы сейчас упали? Беги, малыш! Давайте падаем. Когда вот эта заморозка произошла, я не знаю, заморозился там мат или нет, но мы все начали падать. Да какой бьет? Я заморозился. Это херня какая-то, у нас ни БРов, ничего нет. Понятно, короче, вплотную к этому сугробу называется. Только не стой на месте. Беги, малышка, беги! Северные ветры! Мороза, нахуй. Вы мне объясните, вот, может быть, я тупенький. Вот маг там, допустим, заморозился, да? Что-то там... Нет, я объясню. Маг кастовал, когда он... Босс начал это делать. Вспышку или что там. Маг еще стоял ДПСил, все. Да, я стоял ДПСил, но я... Все, рядом... тебе, ты только он начинает кастовать, ты должен искать эту глыбу. Так я ее не искал, я рядом к ней 10 метров встал, думал в то, что успею добежать, как бы, когда вы начали сбежать. Блинкануться бы успел, а так нет. Ну, короче, когда вот этот сугроб упал, да, сверху, и появился снег, на него надо забежать до конца каста, который кастует босс. Вот основное все. Понятно. Не важен, что. Ой, тут просто надо соблюдать. И померли, я так понял, знаете из-за чего? Что мы когда все разморозились, вот этот каст прошел, босс под нас, на нас кинул эту херню. Сверху сосулька обычно падала. И фишка в том, что. Раскинул он. Раскинул, не раскинул, пришел дамаг по всем. Мы как бы не отхилились. Падать там начали хилы или кто. На этот момент, когда заканчивается вот этот сугроб, да, большой каст, должен прист масс диспелем на всех кинуть, чтобы все свободно потом могли бежать. Да. Обвалившийся Гальверея, предпоследний портал. Короче, когда ты сказал забегайте, я через секунду побежал, но, блин, этого не хватило нифига. Сейчас должен успеть. А, новости не читаете по поводу там Warcraft Classic? Она выпускает же, да. Слышишь, а Blizzard хочешь запустить, либо другая? Да, Blizzard, Blizzard. Чё, они хотят запустить сервак? Да, классик. Ну, зато сейчас такие бабки они срубят. Ну да, классику любили, сейчас тем более... Чё, получится из этого? Нет, прикольная тема, я бы даже предложил поиграть. Там, конечно, все сильно задрочено, все хардкор. Да, по сравнению с Личом там долго. Вот вы такие интересные, кто там по сугробу пробежал. Молодцы просто. Че вы побежали? Босс, чё вы не бьете мобов? Давайте кабинет. Более не было сейчас по-моему. Кто умерли, давайте уже к нам быстрее. Как вы вообще умудрились помереть? Мы бежали резнутые все. Давайте побыстрее к нам. Кто на сугробчик наступает, нехороший человек редиска? Кто этот человек? Циркуль открывает классик.
нахуй хоть бесплатно. То еще мозг варить платить. В принципе, ну, особо смысла в этом нет платить. Если у тебя прям, не знаю, никакой жизни нету, если ты задрот, то можно и платить там Близзардом. Лучше на циркуле поиграть. Не знаю, как вы думаете. Пала ресит, где пал? Вон он валяется. Кирилл, ты здесь? Да. Ну просто нет, это заброд не обязательно в одном смысле. Это же много разных понятий можно сюда вложить. Я вот понимаю, это человек, который, ну, вот ты зашел, да, на Близзардовский аккаунт, классику, и начал играть. И вот у тебя там, ты там 2-8 часов в день сидишь и делаешь вот это вот все. Квесты там, Максаунт. Если ты не задрот, то тебя ни в одну гильдию не возьмут. Тебе скажут, ты бомж там, ну или просто не возьмут. А если ты в онлайне сидишь там, если ты еще ничего не умеешь, тебя тем более не возьмут. Поэтому надо напрягаться там. Там реально как на работе сидишь, нужно думать и все вот это вот делать, бегать, тыкать, жмякать. Только тогда тебя возьмут в гильдию, которая убивает там что, Рагнароса. У него миллион всего хп там или сколько. Зато все ок работает. Ну а что ж, для задрота это сказка. Что поделать? На циркуль зато и веселее, и бесплатно. И можно и забить на месяц там на два играть, потом зайти. Мы тут 3 часа, да. Давайте каску там по... Чекаем. Все то же самое, Мак знает, что делать. Рога, Сендер здесь. Погнали! Кирилл, Рога. Все. Вы будете наказаны за это вторжение! Готовьтесь. Да, сейчас будет. Беги, малыш! Вот, все, жди. Сейчас он упадет. Вау. Все, остановись на него. Оп. Оп, сейчас масса. А, вот. Все, и захиливайте. Блять, как ты под конец умер? Свободен от его оков. Так медленно говорить смешно. То он сейчас Торим вроде. Ух ты, Борейский стражник. Ух ты, Борейский стражник. О, на Эрик. На ДФБ. Забирай. Или подожди, ты идет тоже, да, на по плане ты присыл? 232, если не ошибаюсь.
Так, куда? На танк, что ли? Второго моба не летели. Паладин упал, знаете, не знаю, что он был. Или потом. Никто ж не резнул, блядь, все побежали. Не остаю резать. Стойте, куда вы бежите? Этот моб сейчас очень сильно бьет. Шман, вставай. Вышел с цепи. Буртал сейчас в это, танка спекайся. Подождите, пока. Сейчас надо его под прожимками затащить. Кирилл сейчас мне с пула дашь капту. Потом, когда скажу, брутал заберешь. А кто, кстати, вот этот полиметал, ты к нам придешь? Хотел рейс, но вылетел в лоб. Сейчас рейс, ну подожди. Да она зашла в инст уже, сейчас к нам прибежит. Все, пошли бить. Кидай каплю на меня, Кирилл. Не иди сюда. Подожди, 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 подожди. Это что, он вас дыхнул, да, когда паладин на себя сагрил? Или вы перебежали ко мне, и он тогда... Да нет, он просто что-то бил, он, блядь, как а просто перед лицом, когда стоит рейд, он кастует и на всех прям дамаг приходится. О, много боссов. А что у тебя, сколько времени у кого шкарпетка? У тебя мало времени? Может там у нас зипер какой-нибудь нам поможет или кто-нибудь нам. Там этот, Антоха просился, враг сам. Сейчас покажет, кто не отвалился. Резайтесь все, давайте. Идем три шага. Сеттера есть, чего он валяется. Че, Кирилл, ты здесь, нет? Да, мне никто не резает. Резь на типа один, вот он лежит, че вы? С маной, наверное, трапнут, да, у нас залива нет никакого. Ну пошли. Броня, в принципе, пофиг, то... Ну, нет, это может и нет, потом. Два варианта, не помучиться, не догнать. Если кому-то тринкет нужен, который там же называется камень, который на РП пропает, если он нужен кому-то на послание, может быть попробуем. Нужен вам, нет? Я не знаю, кто его одевает. Мы сейчас кого идем бить? Это парень. Ну
пока что бейте мобов, кроме черепка. Черепок не бейте. Сейчас я группу раскидаю, кто останется на арене, кто придет сюда. А, тут я помню, что делать. Там бежать, там что-то надо там уклоняться. Так, в принципе, на арене останутся. Значит. Вся первая группа. Фул брутал будешь танчить в центре. Хилить будет вас полиметал. Полиметал, ты нормально хилишь? Захилишь арену? То я тебя не осматривал особо, не смотрел. Вроде он геровская чешка. 6.2. АХЗ. Жрец ПД, ты хилил арену? Короче, жрец ПД, пойдешь со мной. ПД столик, а? Еще на арене Сэддер останешься. В этот... Спасибо. Наверное, еще ханта возьму. Вот. Хант, приз. Короче, вторая группа. Вы идете со мной с кружочком в комнату. В комнате мы будем ждать таймер. Раньше таймера босса не было. Я вам скажу спрыгнуть. Главное, босса никто не трогает. Не жмякайте. Вы спрыгните, будете помогать бить трэш. Когда надо, я распущу босса. Все, давайте чек на пул. Когда мы пойдем в коридор, вот сейчас бейте моба, который черепок. Когда мы пойдем в коридор, двигайтесь за кружочком. Там будет кастовать огонь с правой или с левой стороны. Вам нужно будет это и самим увидеть, и двигаться за кружочком. Незваные гости! Все, открываю. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Не врывайтесь в агро, РДДшечки. Я помню вас. Это было в горах. Но вы... Что это? Я пока не могу прочитать. Где кружочек? Стойте, здесь нет вас. Сюда не кастую. Так, смотрим с этой же стороны слева, да. Направо, шамак. Повезло. Не достаю. Слишком далеко. Божество. Че у вас на арене такое? Я не знаю, мне подошли мобы, просто закиляли, блядь, никто не хилит. А, шаман. Почему там два шамана с вами пошли? Я не понимаю. Ну, видимо, так весело. Не знаю, может, изи мод убил. Может, он не понял. Поли метал. Поли метал, как дела у тебя? Я ж лопнула, значит сейчас бомбу надо сложно убить. Знаешь, ты в первой группе, я же говорил, первая группа на арене остается, или не говорил? Давайте падаем, сейчас прилетим. Мне кажется, достаточно того, что ты сказал, вторая группа со мной идет туда, в комнату. И про первую вроде говорил, что на арене остается. Да, я только сейчас увидел, что это пошел с нами. Сейчас смотрю, вы падаете, как так? Неудачники! Неудачники. Заморыши! Заморыши! Уёбок! ЧП анальги... как я там правильно? Ангалониум? Братан, ты идёшь с нами в коридорчик. Первая группа остается на арене. Это Протопал, Рога, ДК, Сердер и Шаман Полиметал, Хилл. Вторая группа. Прист, Маг, Хант, я и Жрец ПД. Я этот БДК там, который кружочек. Идем в коридор.
Я рычажок нажимаю, решеточка открывается, мы идем туда. А, пробовать хотел захилить, но ШП это не под силу. Это нереально. Он валившийся бедрее, потому что Реджире жизнь там мобы еще стоят. Или уже нет. Вроде все ВРК, вроде должны были слышать. Или я тихо говорю. Нормально. А, да, сейчас не резнусь, блядь. Не знаю, резнусы, не резнусы, вы должны были уже бежать. Чё вы там делаете? Никто вас сейчас не резнет, никто никого не резнет. Мне, блядь, просто это, хз, куда-то бежать. Обвалившаяся галерея попал. По правой стороне, бежишь направо, по правой. Так сейчас риснете, в принципе. Да, а, мабы появились. Тело там у нас лежат, да? И пересмотрим. Или что это? Не вынесли. Залетайте в этих стрелах. Чего вы так долго летели? Кто-то, блядь, сюда долго идёт, вообще пиздец. Когда ты не знаешь, что делать, когда один человек не знает, это еще ладно. А когда два, там, три в десятке, это очень критично. Это же вайп, как мы видим. Десяток из десятка, да? Ну, десяток, у нас же много людей еще знают, что делать, хотя бы со своим классом. Когда там портоваться, ты говорил? А все вижу, куда бежать. Тут даже карта подземелья есть, ё-моё. У меня ее раньше не было, что ли? Прикольно, у меня походу раньше этого дома не было. Так, подбегают типы, давайте фулл баф даем. Как обычно, всех мобов, кроме черепка, бьем, чтобы с маной нормально. Поставил джипса. Я, конечно, не писал при сборе, что будет это. Норма чива это плюс 0 и пожарный. Ну и слезы. 25. Ну давайте мобы убьем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Отрезаемся немножко, приготовились. Вторая группа. Да он моб еще убить он. Кружочку. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Я хочу это заклинание!
Я, все нормально. Значит, сейчас мы пройдем, что тут мобы есть. Вы спрыгните вниз все, я буду наверху стоять. Вы будете помогать нам проехать снизу. Только босса к ним бежите и пробуйте. Сейчас перед нами босс, только бегите и спрыгивайте, вот прям, только его не трогайте ничем, не задевайте, а то начнется хардмод. Бегите и прыгайте вниз все. И помогайте внизу там трэш заливать. Время произнесения заклинаний увеличено 75%. Серьезная херня. Вы под этим молотком не стойте кучкой все, то все хилы будут долго кастовать. Разбегитесь хилы в разные стороны. Может, ты контроль возьми, моба? Возьми-ка в контроль какого-то там моба, блядь. Вот, вот этот элитного. Завоеватель, который... Да, быстрее. Да ладно, бейте чё. Ладно. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Значит, мы знаем, в принципе, что меняться надо, когда я вам. Всё, забираем людей. Держите мечи! Я сдаюсь! Голова какая-то беспонтовая. Что-то у меня уровни предметов не показывает. Где эта херня настраивается? Настройка 219 это. В интерфейсе, в обычном волосе. Смотри, подожди. Графика. Третья вкладка. Графика, включаешь интерфейс, графика, уровень предмета. Так, теперь эту дурочку. Как же ее шли? Фрея, а тут какая-то ачива есть. Сейчас Фрея будет, да, или потом? Да, Фрея. Попробуем зерганить. Значит, паладин брутал. Врываешься в эту кучу, я цветочек вытягиваю. Где ты там? Кучу врываешься, служи. А я цветочек вытягиваю. Я пока не могу прочитать это заклинание. Цветочек себе идти. Я пока не могу использовать. Да, там походу не стоит. Уйди куда-то. Будем делать кое здесь? Если не все все знают, как оно может быть быстро. На минутку отключусь. Быстро. Я
наказание! Там рога какая-то. Ну пошли этот паладин в толпу. Только подожди, пока там босс стоит. Давайте вот справа могу. Не достаю, он слишком далеко. Не знаю, сагрится нет, если сагрится босс или нет, если сагрится. Она не ходит, стоит постоянно. Должна ходить, она там постоит, немножко сейчас перейдет. Будем пробовать зергануть, как мы обычно это любим. Хотя у нас 7 минут КД, кстати, на рост. Или что, или по тактике будем убивать. Давайте по тактике будем, значит. Для зерк у нас, видишь, роста нету. Или без роста попробуем. Хватит ему сил на зеркало. 6 минут. Пятница, да? Чего? Че? Значит... Если что, я уже намазал яды. Я не знаю, просто без роста мы убьем или нет, чего нам будет ждать или нет. Или в принципе, мы пробуем, а если упадем, просто придем и уже с ростом убьем, правильно? Этот паладин в редких аспектах, если дамажить лучше. Ладно, резать, пацанам. Ну тут задача очень простая. Бить тупо в босс, прям тупо. Я там на себя что могу заберу? А, еще появляется такая ветка зеленая, луч такой зеленый. Вот эта ветка нахилит босса очень сильно, ее надо будет слить. Дар Эонара называется. Херня это. Вот мобов там он разных призывает. Еще если он призовет большое дерево, то появятся грибы. Только под этими грибами вы можете кастовать. То есть все классы должны встать под грибы, и танк тоже. Если не встать под грибы, то у вас будет сало, и вы ничего не сможете сделать. Но остальные там три больших моба, куча маленьких. В принципе, мы должны попробовать зергнуть. Посмотрим, что у нас получится. Давайте чекнем. Ага, вот ты покупатель! Через ПД, пей, мама. Да не, думаешь, он захилит? Или что, или попробовать? Я просто не знаю, как тот хилит. 6,2 вроде. Будешь спекаться или так, в хиле останешься, жри спину. Так ты нуп или не нуп, или нет? Я-то не знаю. Я сейчас, если закинешь, будет ей проседать. Значит, не нуб. Ну или фиг его знает. Я постараюсь там агрить на себя все это, прожиматься. Может, капли попрошу там. Кирилл привык их капли. Фул брутал тоже. Даже зелень несокрушимости выпью. Пиздец, будет пробивать мои. Ваншотать будет. Ты если что, капли проси. Да. Тут прожимки кончатся. С макросом пришел. Чек на пулы погнали. Тупо вливаемся. Тупо прям.
босса драчим. Ну удар появится зеленый, такая веточка, надо будет убить ее. Поехали, начинаем. Дайте мне силы! Поехали с ростом. Может быть, повезет. Сейчас, скорее всего, что луч вот этот появился. Из него не сразу выбежали. Там пол хп потеряли и потом уже выбегать стали. Ну полетели. Сейчас с ростом. Вообще, ну на офи в актуальном шмоте так не, ну, никак не сделать. Мы как в шмоте из CLK, с RS-ки. Ну, по крайней мере, кто бис его одет. А чё у тебя? Давай поговорим с вами. Чё-то вообще не знаю. Молчите и молчите. По тактике? Ты чё, тут с ростом вообще изи забивается. Последний попал. На тактике это полчаса стоит до убить этих мобов. Там еще попадают, у нас ни БРов, ни хера нету. Тут только на случай надеяться можно, что мы захилим. У паладинов нет, но ни у кого сакры маска. У тебя кейл нету там вкачаны сакры? Не, у меня нету сакры. У меня есть спек Холи Палатон вкачан, так. Слава, не знаешь, в ДБМе, короче, вот когда вот эти предупреждения, знаешь, жмешь, когда сколько там осталось времени там до начала пула там. Я вот нажимаю на эту линию, но она что-то не спамится в чат. Давайте каски, кулаки там всякие. Жрите рыбу. Начнем, пока она там под водопад не ушла. Она у нас выходит. Бафаемся, бафаемся. Триста баф. Лапку бы сейчас вот неплохо было бы. Кому-нибудь здесь баф. Кстати. Чё-то фанит у тебя там. Крис, ты здесь баф у нас? Алгалонию, прием. Встал. У меня тут тикает фласка 58 секунд. Братан, дашь нам пристабат? Легко, так сказать, меня его. Есть на кого? И субоник, если это по-любому ждать. Пиз. Ну уж из гильдии есть наш, не знаю, что он такой. Новенький же какой-то, да? У нас еще, кстати, 5.8, ладно, что такое. Не на кого менять.
Он есть какой-то ШП-6.3. Не пойдет он, нет? Чё, Кирилл, завтра обычки пособирать? Чё вы там понаставили? Это ты поставил? Угу. Так, угу. 15 минут, есть.